панічна, як уйти на подорожку. Їдемо за людьми, є локація, будемо забирати і будемо вивозити до більш безпечного місця. Девушка в машині перевязала йому нутро. Так, проходите, сумочки ми в ноги все положимо. Полет був добре. Прям в квартиру. Ну а сейчас, ну еще терпимо? Терпимо? Тошнит его плохо. Понятно. Ну контузия. Ну, да. Зараз проводимо евакуацию спільно з усилями військовослужбовцями Збройних сил України. З Бахмутом вивозимо 7 з людей. Люди тривалий час жили в підвалі. В будинку, але вже умови життя нестерпні. Зараз рухаємось, будемо возити більш безпечне місце. Одному чоловіку потрібна медична допомога. Зараз доставимо до медичного закладу. Інші дідусь також надамо належний супровід медичний. Інші дідусь, ймовірно, має контузію, тому що, як вони розказують, сьогодні прямо в його квартиру потрапив снаряд. Розбили, да? Так, давайте акуратно. Давайте руку. Оп. Акуратно. Оп. Есть. Сейчас заберем. Мы все сумки сейчас заберем. Кухню как прилетело, вот это все, и ванну, туалет, сюда, туда улетело. А он в квартире находился, да? А он в квартире, как раз в зал вышел. Что с рукой? Перелом. Перелом, да? Перелом, да? Ну все, замотали, обработали. У вас что? Выписали лекарство. Тихо, тихо. Лекарство, да? Спасибо вам, да. Я с вами еще. Да. Спасибо. Бабулечка. Бабулечка, сейчас заберем вас, все будет нормально, не переживайте. Куда? Оп, аккуратно. Давайте через боковую. Вы тоже. Аккуратно. Я держу. Все, Ванечка, как тебя зовут? Семен Семенович. Мальчик? Да. Семен Семенович. У нас там крест. Именно наши дома. Реши-то сделали, если где-то. Все, заходим. Заходим. Бабулечка, как вы? Немножко выше. Самое главное, что вы спасибо привезли нас. Да за что спасибо? Это мелочь. Ну, як за мелочи? Это не мелочи. Мы с такого переворота, что нам хочется. Действительно. Ну, чего? Дома. Ну, живые, здоровые, это самое главное. Давай, до свидания. Самое, ребята, то, что документы остались. Вот как-то выскочил. Здравствуйте. А кто с Бахмута? Ну, давайте мы вас на пункт отвезем. Тут есть пункт хороший. Там и тепло, и это. Да, а там будет проще. Так, ну давайте. Еще и попугайчик. Это попугайчик, племянница выехала еще в марте. И вам оставила попугайчик? Оставила, да. Даже в отбор не выходили. Не выходили или не выходили? Нет, все время в подвале были? Ну, в цоколе. Угу. Подвала нет. В цоколе сидели, даже в отбор не могли выйти. Такие обстрелы были. А на днях он вообще в крышу попало, стену завалило. Давайте, ага, взял. Спасибо, ребята. Тюта, за что спасибо? Не выдумывайте. Спасибо, ребята. Да, кстати, где-то может быть. Наши все пошли. Ребята, спасибо. Где-то знакомое лицо ваше. То же самое. Я с вас поселка.